Температура на текущей неделе будет ниже нормы, включая выходные дни. Однако в среду, 8 марта, в Международный женский день, погода преподнесет подарок, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Я заранее поздравляю всех женщин Северо-Посадского округа с этим праздником, женским днем 8 марта, праздник весны. Прекрасный праздник, всегда много радости, много цветов. В этот день температура поднимется выше климатической нормы. И вот сутки среда, четверг, то есть 8 и 9, это будут самыми теплыми днями на этой неделе, рабочей неделе, подчеркну сразу. Если в понедельник, вторник дневная температура составит от минус 1 до минус 3 градусов, ночью до минус 9, а в ночь на 8 марта опустится до минус 12 градусов, то же в среду днем она вновь поднимется до минус 1 градуса. В общем-то, целый день будет теплеть, вечером около 0 градусов. Достаточно такая комфортная погода, без существенных осадков на 8 марта ожидается. В общем, приятная погода во всех отношениях. Но самым теплым днем обещают стать четверг. То есть ночью, в ночь на четверг столбики термометра будут находиться около нулевых отметок. И днем в четверг температура около нуля, слабый плюс, до плюс 1, может быть, до плюс 2 градусов с натяжкой температура поднимется. В пятницу температура вернется к отрицательным значениям. Ночью до минус 8 градусов, днем до минус 4. Субботы и воскресенье будут контрастными. Суббота будет таким достаточно холодным днем. Дневные температуры от минус 1 до минус 4 градусов. Ночью в субботу достаточно морозно, минус 5, минус 10 по округу. Днем без существенных осадков. А к вечеру в субботу местами начнутся срываться снежинки. В ночь на воскресенье температура начнет повышаться. Пройдут осадки, не исключен снег с дождем, будет около нуля. Днем температура может перейти на плюс и заморосит дождь. В целом всю неделю осадки будут несущественными, атмосферное давление будет колебаться в районе 735 миллиметров ртутного столба. Екатерина Фурсова, Михаил Климов, программа «События».